Ребят, всем привет! Вчера мне мужик ночью написал за стабилизатор напряжения, но есть одно но. Получается, вот за вот этот вот. Он в деревянной такой вот, ну, коробке, я не знаю, как это назвать. Вчера я еще посмотрел, что он весит там, ну, 19600 чем-то, но это без коробки. Это чисто сам стабилизатор вот этот столько весит, а типа Боксбери там вроде как до 15 килограмм, а Почтой России там 20 максимум. Сейчас хочу пойти до Почты России, он попросил узнать, если там, допустим, ну, будет весить 22 килограмма. Потому что я не знаю, это вроде как деревянная коробка, там, но весит 2-3 килограмма. Если разрешат, то ок. Отлично, вообще этот мужик заказывает Авито доставкой, можно будет пойти отправить. Только, конечно, как мне ее тащить, блин, до этой Почты России, тут идти до нее, наверное, минут 10, я не знаю. Так что, короче, ладно, сейчас пойду до Почты России, узнаю, если можно или нельзя. Если нельзя, я не знаю, может, у него есть какие-то знакомые в Москве, потому что я понял, он не с Москвы. Подписывайтесь на канал, комментируйте, нравится вам видео, не нравится, что поменять, может, ну... Короче, погнали. Короче, ребят, сходил я на Почту России, и нет, типа, не граммом больше, 20 килограмм это максимум. И еще, помните, я говорил, что Авито плохо работает и тому подобное, что типа вечно какие-то сбои у них там. Так вот, как оказалось, это нидерландская компания Prosus, это Авито, это их, это не российский бренд. И типа сегодня я прочитал новость, что они уходят с рынка. Конечно, на самом деле, ну, такое себе, непонятно, что сейчас будет. Типа они ищут сейчас, кто готов купить Авито. Как-то так, не знаю. Напишите в комментарии, как для вас эта новость. Я офигел, если честно, что Авито это не российская компания. Типа, я как понял, вот эти вот сбои начались вот с 25 марта из-за того, что они отсоединились от OLX Group. И типа, они сейчас как бы, как я понимаю, здесь в России сами по себе. Поэтому так что как-то так, ребят, вот такие вот новости. Честно, я думал, что Авито это конкретно российская компания, но нет. Ребят, короче, вчера заказали Ревал 3 и Лобзик, но Лобзик этот мужик заказал, он у меня уже третий покупает. У меня, по-моему, вот прошлый Лобзик он покупал. И сейчас еще вот этот, ну что-то еще покупал там, но я просто уже не помню, что именно. И за Ревал 3 вчера тоже мне написали, сейчас надо будет поехать со всеми в одном месте встретиться. Странная какая-то закономерность, то все заказывают Авито доставкой, то все хотят встретиться. Еще вчера мне тип написал тоже за Ревал 600 и за мышку, но ему прям вот вчера она нужна была. И я ему уже и скидку предлагал, только чтобы он курьерскую доставку заказал. Но по факту мы так, он хотел именно встретиться, потому что я ему там сделал скидку, но курьерская доставка намного дороже выходила ему. Поэтому как-то так. Ладно, ребят, пойдем сейчас с ними встретимся. Привет, привет. Так. Тут просто коробка, она не закрывается из-за того, что там лезвие есть. На прошлой не было лезвия, на этом есть. 1400, да? Да, да, да. Угу. Все, спасибо, счастливо. Короче, Лобзик забрали, все нормально. Сейчас этот же там второй тип, который за мышку, он уже ждет меня, поэтому сейчас иду и ему отдам. Секунду. А ты не брал новую, да, с собой, чтобы проверить? А? Но... Нет, да ничего страшного, доверяю. Сейчас я переводу. Угу. Сбер или Тинькофф? А, без разницы, как тебе удобно будет. Довольно, Сбер. 2000, да? Да. Да, все, спасибо тебе большое. Так, ну что, все, короче, все забрали, и Лобзик, и мышку, все нормально, все понравилось. И вот этот, кстати, который за Лобзик, он еще хотел фрезер у меня есть. Он сказал, типа, как соберу деньги, куплю. И еще ему нужна электробензопила. Но у меня ее сейчас нет, я ему сказал, что может быть будет через неделю, через две, где-то вот так вот. По идее должна быть поставка новая через две недели, потому что уже она уже как месяц должна была быть, но у меня ее не могли, короче, отправить ее, поэтому надеюсь, что сейчас все получится.
Короче, вчера мужик мне написал, заказал он Artix 1, он там долго выбирал между третьими, первыми, потом по факту выбрал первые. И я сейчас уже иду с ним, сейчас встречусь, мы договорились с ним на 4 часа. И еще у меня вообще сейчас это, я не знаю, вот может у вас было такое, вам звонили с Авито? Мне уже достали звонить, если честно, с Авито. Типа давайте обсудим пакет, какой вы можете подключить. Я не хочу ничего подключать, нахер мне что-то подключать, ничего не хочу. Ну типа, и получается, что я как, покупал на инструменты, я покупаю там по 10, по 20 объявлений, ну, пакетом. Тут мне начинают названивать, давайте обсудим, какой пакет с вами брать. Я никакой пакет не хочу брать. Я сам решу, какой мне пакет брать. И напишите в комментариях, если вам названивали это давно так. Просто у меня это первый раз на самом деле. Еще никто мне не звонил с Авито. Никогда не звонили с Авито. Сейчас начинают уже 3 дня назад, потом 2 дня назад, сегодня звонили. Короче, какой-то фигней страдают. Ладно, ребят, сейчас пойду с ним встречусь, отдам ему эти наушники. Надеюсь, он их заберет, потому что редко почему-то сейчас пишут люди. Реально, очень редко, очень-очень-очень редко пишут люди сейчас. За наушники, когда у меня вообще первым делом уходили мышки, сейчас уходят более-менее наушники. Ну, как бы тоже хорошо, но не так, как раньше. Реально, не было столько. Мне кучу писали, сейчас просмотров вообще почти ни на чем нет. Напишите, если у вас вы что-то продаете, ну, также у вас мало просмотров или все как обычно? Даша, держи. Можешь я тут проверить, что это такое? Да, сейчас. Давай встанем сюда. Так, сейчас. Скажите, что ты чего просто я особо. Что? Скажите, что ты чего просто кнопки. Смотри, этот ты вставляешь как бы в телефон, это то, что в компьютер, чтобы длиннее просто кабель был. А, вот, а типа микрофон. Да, это. А это для телефона. Это для телефона, да. Просто если ты вставишь это, то не будет работать микрофон. А если этот вставишь, то ну, в телефон, то будет и микрофон, и это. Да, ну можешь пока закинуть. Я без компьютера, к сожалению, даже появится на курс. Да, нормально его и с этого, и с телефона. Ну, я часто проверяю с телефона. Это оригинальное, но. Я знаю. Просто всегда вот какая-то у меня такой бзик на пробу. Всего все равно. Да не, ну да я понимаю, как я как, насколько понял, есть и паленые такие. Да не, нормально, ты их надеваешь. Кошка большая. Если микрофон проверить, то можешь другу либо мне позвонить. Да, ну чтобы микрофон. Я сейчас просто через это сообщение проверю. Легче будет. Что-то не идет звук. Странно, я перед выходом проверял его. Но на шестерке, правда. А ты не можешь мне позвонить? Да не, я просто тоже на шестерке проверял, думаю, не. У тебя, видимо, что-то со входом, скорее всего. Все четко. То есть я же думаю, я просто перед выходом, ну, специально проверил. Приятно просто, типа, это. Да. Но он не на всех, вот понимаешь, они все не. У меня тоже вот есть переходник, я там тоже хрен. Видимо, что-то с переходником. Какие-то сбои. Нет, ты их обратно воткни сейчас у тебя. Давай. Подожди, можешь это распутать? Еще просто ты кабель не сломал. А то потом будешь. Сколько? Три. Все приятного тебе исполнено. Счастливо, спасибо, удачи. Большое. Ребят, всем спасибо за просмотр. Там, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Переходите, кстати, в телегу, подписывайтесь. Когда придет товар, я выложу туда. И, по идее, еще и оптом смогу отдать. Ну, какой-то товар, так точно. И еще, ребят, если интересно ли вам смотреть такие видосы, либо, может, как-то растягивать, допустим, там, не 2 раза в неделю, или там
раз в неделю, а там, допустим, раз в две недели выставляют, ну, сразу там не 10 минут, да, или 9, а там, допустим, 20-25 минут. Напишите в комментарии, как вам было бы удобнее. Всем пока!